Скажите, в чем конкретно для Казахстана будет заключаться стратегический и, я бы сказал, даже национальный интерес проведения Астанинского экономического форума? Давайте я пойду от обратного. Мне, я совершенно уверен, что традиционная форма ответа на подобный вопрос, а я уверен, что это звучало и будет звучать во многих странах мира, что значит форум — это столько-то соглашений, столько-то меморандумов, столько-то сделок на такие-то суммы и так далее, и так далее. Это очень важная часть форума, и у нас будет очень много всего подобного, в том числе меморандумов и сделок высокого межгосударственного статуса. Но мы договорились, что не в этом основной продукт и не в этом основная польза. А все-таки польза заключается в том, что Казахстан, который до 2050 года планирует из статуса экономики топ-50 трансформироваться в экономику, входящую в топ-30 в мире, должен будет делать этот маневр на сложнейшем ландшафте глобальных изменений. А это, конечно же, означает, что этот ландшафт, ну, как вот хороший лоцман, его надо видеть. Его надо видеть всей экспертной элите, всему бизнесу, всей нации. А значит, мы должны находиться в плотном интеллектуальном и информационном взаимодействии с лучшими умами по основным тенденциям глобальных изменений. Из этого, помимо роста понимания, возьмутся и другого качества реформы, и другого качества сделки, и другого качества проекты, и другого масштаба экономические кластеры. Вот я считаю, что мы туда целимся.